Дорогие друзья, всем большой-большой привет! Очень приятно видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим замечательный, очень вкусный и простой в приготовлении десерт. Начнем приготовление с крема. Крем очень вкусный на сгущенке. В кастрюльку разбиваем одно яйцо, добавляем ванильный сахар, 200 граммов сгущенного молока и 2 столовые ложки сверху какао. Все хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем 200 миллилитров молока и все хорошенько перемешиваем. Ставим крем на огонь. Я сразу делаю огонь большой, чтобы крем быстрее стал горячим, и буду помешивая варить до загустения. Снимаем с огня и прямо в горячий крем добавляем сливочное масло 100 граммов. Хорошенько перемешиваем, сливочное масло быстренько в креме растает. Для пирожного картошка можно взять, как я, ванильные сухарики, можно взять печенье, можно взять бисквит, в общем, у кого что есть. Ванильные сухарики нужно измельчить в мелкую-мелкую крошку. Я буду делать это с помощью блендера. Блендер у меня Starwind, очень мощный, с 2 лезвиями, в общем, замечательно справляется с такими довольно твердыми продуктами, как сухарики. Ссылочку на такой блендер Starwind я оставлю под видео в описании. Переходите, посмотрите. Всего сухариков 300 граммов я измельчаю в 2 захода. Всыпаем крошку в крем и все хорошенько перемешиваем. Лучше всю сразу крошку не вмешивать в крем, может понадобиться чуть меньше. Вот буквально пару столовых ложек я не доложила, и получилась как раз нужная мне консистенция. Пирожное сделаем в необычном виде. Доску я застелила пищевой пленкой, выкладываю примерно половину шоколадной массы. Вот таким образом распределяю, чуть утрамбовываю. Сверху накрываю пищевой пленкой и вот таким образом разравниваю, делаю прямоугольник. Сверху пройдусь скалкой. Обрезаю краешки прямоугольника, делаю его аккуратным. А теперь нарежу на небольшие треугольнички. Каждый треугольничек надеваю вот на такую тоненькую шпажку деревянную и отправляю в холодильник на час, на два, чтобы пирожное лучше держало форму. Для шоколадной глазури шоколад мелкими кусочками нарежем. Добавлю в шоколад кусочек сливочного масла и отправляю в микроволновку растапливаться. Буду каждые 20 секунд все хорошенько перемешивать. Чтобы глазурь была более жидкой, я добавлю 1-2 столовые ложки растительного масла. Все хорошенько перемешаю. По желанию можно добавить, например, орешки. У меня грецкие. Мелко-мелко нарезала. Достаем треугольнички из холодильника и каждый окунаем в шоколад. Можно помогать ложечкой. Выкладываю на пергамент. И еще разок в холодильник буквально на 5 минут. Я еще хочу украсить треугольнички с помощью белого уже шоколада. Поломала дольку шоколада в пакетик в уголок и опускаю в очень горячую воду. Там шоколад замечательно расплавится. Отрезаем маленький уголочек и украшаем по своему вкусу. Как вариант, пока шоколад белый не застыл, можно добавить кондитерскую посыпку. А можно вообще оставить даже без белого шоколада, все равно очень симпатично смотрится. Вот такой красивый десерт получился. Внутри пирожная картошка, нежная, крем очень вкусный на сгущенке, сверху шоколадная глазурь с орехами. В общем, наслаждение и объедение. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.